По информации Примгидромета, в связи с влиянием активного циклона ночью и днем 17 сентября в отдельных районах Приморского края пройдут сильные дожди с количеством от 15 до 40 мм. Утром и днем на севере западных и центральных районов местами ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более. В западной половине края на южном побережье ожидается усиление южного ветра до 22 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми дождями спад уровня воды в реках приостановится. И в условиях повышенной водности возможно формирование маломощных локальных дождевых паводков с подъемом уровня воды до 0,6 метров. Прохождение паводков ожидается преимущественно в коренных руслах рек. Возможны кратковременные выходы воды из низких берегов на отдельных участках рек. В связи со штормовым предупреждением Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выход на туристические маршруты. Спасатели МЧС России просят граждан отказаться от купания на водных объектах. Владельцам маломерных судов стоит воздержаться от выхода на морскую акваторию. В связи с прогнозируемым усилением ветра возможно падение слабозакрепленных конструкций. Ограничьте нахождение свое на открытом пространстве. В случае, если вы попали в беду или стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об этом на единый телефон вызова экстренных служб 112.